Случай братьев Коэнов – один из самых загадочных в современном кино. Великие американские режиссеры. Сначала я был уверен, что они надо мной издеваются. Вообще, издеваются они или нет, невозможно понять никогда. Они легко подтруливают над жанром нуара. В фильмах Коэнов люди не становятся лучше, они вообще не меняются. Я думаю, что слово «абсурд» в описаниях их фильмов постоянно возникает не случайно. Есть одна актриса, без которой Коэнов нет. Это Фрэнсис Макдорманд. Воплощение идиота для них – это именно Джордж Клуни. Такого смешного Брэда Питта ни до, ни после никто не видел нигде.